году мы представляем продукцию от лица объединения катализаторных заводов. Это традиционно катализаторы, адсорбенты и защитные слои. Значительная часть продукции является импортозамещающей. Она помогает решать все основные задачи, связанные с транспортировкой газа, с подготовкой газа к транспорту и, конечно же, с переработкой газа. В этом году мы презентуем нашу новейшую разработку. Это адсорбционная система для короткоцикловой адсорбции водорода, гелия, азота и кислорода. Потребность в таких системах высокая. Дело в том, что практически на каждом предприятии, который занимается переработкой газа либо переработкой нефти, есть потребность в высокочистом водороде. Соответственно, наше решение позволяет без каких-то там существенных затрат закрыть вопрос получения высокочистого водорода. Мы всегда занимались импортозамещением, даже когда это слово еще не было так популярным. Буквально в год назад мы создали собственный научно-инжиниринговый центр, так как с количеством запросов на подбор аналогов нужно было оперативно справляться. И тот наш научный, скромный научный центр нужно было срочно расширять, обрастать кадрами высокой квалификации. В итоге, да, мы продолжаем нашу работу, трудимся на благо нашей страны и создаем импортозамещающей продукции то, что нужно нашему потребителю здесь и сейчас. Компетенции, наработанные годами, то, что ранее мы в спокойном режиме делали, да, там, за 3-4 года, мы уже можем реализовывать за 3-6 месяцев. Форум – это ежегодное традиционное место встречи с нашими коллегами, партнерами. Конечно, мы всегда рады с ними встретиться вновь. Ну и, конечно же, мы ожидаем новые точки контакта для того, чтобы создавать новую актуальную времени продукцию.